информация от ебанутой к неебанутым, к нормальным людям. Духовный лидер мира произойдет из России. Духовность на всей земле возродит именно русский человек. Он будет русскоговорящим. Сначала он возникнет в России, потом он пойдет, так скажем, потом подключится весь мир. Не беспокойтесь, то, что все разговаривают на разных языках, это не проблема. Я знаю, как ее решить. Все друг друга будут понимать. Не ссыте. Духовный лидер. Духовный лидер. Знаете, когда я узнала об этом? Летом еще, когда я жила в Перми дома. У меня даже есть фотография с духовным лидером. А на обертке указана дата, когда ко мне снизошла эта информация. И знаете что? Когда я рассказала подробнее об этом духовному лидеру, вот знаете, что сказал? Да, да, ты меня запалила. Меня мать для этого растила. Да, спалила, ёпта. Вот так вот я палю людей. Я все вижу.